Минздраве расширят перечень медицинских услуг, которые можно будет оплатить из пенсионных накоплений. В список предлагают внести санаторные путевки, лечение детей и процедуру ЭКО. Вопрос с несовершеннолетними пытались решить целых 4 месяца. Сложности возникали с заключением договоров на имена детей. Однако, согласно новому документу, все спорные моменты решены. Кроме того, пенсионные излишки на лечение близких родственников можно будет потратить без переоформления документов и перевода денег на их счета. Возможно, и возмещение средств за уже полученные медуслуги как внутри страны, так и за ее пределами. В этом списке санаторное курортное лечение, ЭКО и онкология. Распространяется эта норма на процедуры, произведенные с начала года. Обновленный перечень сейчас доступен на сайте открытых правовых актов. Обсуждение продлится до 15 июля.